Пять сторон света. В выставочном зале «Атриум» банка «Экспресс Волга» состоялось торжественное открытие выставки саратовского художника. Уникальная экспозиция состоит из картин, сделанных холодной и горячей техникой нанесения краски на батик. Всего более 30 полотен. Свое вдохновение Ирина Мельникова черпает, путешествуя по различным городам России и маленьким деревням Саратовской области. Творчество художницы уже высоко было оценено на ежегодном областном конкурсе «Успех года 2014». Картины Ирины Мельниковой были признаны лучшими в номинации «Исторические ценности» и «Современное искусство». По словам самой художницы, место для своей экспозиции было выбрано не случайно. Площадка, которой в городе немного, вот это вот замечательно. Первый раз у меня здесь выставляюсь, до этого у меня в этом году была выставка в Родическом музее. И сейчас вот здесь, в «Экспресс-Волга-банке», в «Атриуме». Поэтому большое спасибо. Выставка картин Ирины Мельниковой проходит в зале «Атриум» в головном офисе банка «Экспресс-Волга» на улице Мичурина до 17 сентября.